Выбрать курорт, отправиться на экскурсию или уточнить туристический маршрут. В этом ульяновцам и гостям города поможет туристско-информационный центр, который открылся на бульваре Пластова, 7. Приезжая в город на Волге, туристы смогут обратиться в центр, где опытные специалисты помогут подобрать гостиницу, экскурсионный маршрут и транспорт для передвижения. На базе учреждения сформирован специальный волонтерский центр. Добровольцы займутся расселением гостей во время проведения массовых мероприятий, а также будут работать проводниками на туристических маршрутах. Достаточно большое количество, значит, отдыхающих и туристов приезжает по деловой части. Очень много посещает у нас туристов, связанных с различными событиями, которые массово проходят в нашем регионе. Первыми в ряды волонтеров вступили студенты педагогического университета. Это официально подтвердили руководители агентства по туризму Юлия Скоромолова и проректор педуниверситета Денис Едышев, подписав соглашение о сотрудничестве. До 29 апреля в регионе проходит неделя туризма. Запланировано проведение нескольких десятков акций, круглых столов и выставок. А главное мероприятие недели – форум «Отдых на Волге» пройдет в эту пятницу в Ленинском мемориале. В среду стартует Всероссийский форум «России событийные», где поучаствовать смогут все профессионалы, занимающиеся организацией и продвижением событий. И основное мероприятие нашей недели туризма – это третий международный форум-выставка «Отдых на Волге», который состоится 27 апреля в пятницу. На единой выставочной площадке участники форума выставки представят уникальные туристские продукты Поволжья и обсудят актуальные вопросы в сфере развития туризма на прибрежных территориях. Виктория Черкова, Константин Никитин, новости «Ульяновской правды».